В настоящее время наиболее актуальными правонарушениями среди несовершеннолетних являются распитие спиртных напитков в общественных местах, не предназначенных для их употребления, а также появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Также нередки случаи совершения мелких хулиганств в общественных местах, когда несовершеннолетние громко кричат, выражаются нецензурной бранью. Это, соответственно, привлекает внимание прохожих, заставляет обращаться в органы внутренних дел по вопросу нарушения своего спокойствия и дальнейшее принятие мер к несовершеннолетним. Рассматриваемые частные случаи на межведомственном семинаре также направлены на то, чтобы у субъектов профилактики сформировалось общее видение проблемы и вопросы квалификации совершаемых деяний, и в дальнейшем принималось точное процессуальное решение. У Гомельской области на данный момент наличивается 1535 подуликовых подлетков. С каждым из них ведется индивидуальная профилактичная работа. Накированная она, перш за все, на раскрытие творчих здольностей и разумового потенциала неполнолетних. Подлетков долучают до спорта, удела у правовых олимпиадах и кибертурнирах. Специалисты уверены, как позбавить детей от дренных прихильностей, треба изменить сферу их интересов. Удельники семинара уделили увагу и реализации правов неполнолетних. По выниках же сустречи специалисты рыхтуют пропановы по унесению изменений у галиновое законодавство.